Русланова оказалась на грани жизни и смерти. Известная актриса находится в больнице в тяжелом состоянии. У Нины Ивановны инфаркт. Врачи не дают никаких прогнозов. При этом дочь Руслановой опровергла данную информацию. Ранее стало известно, что 27 августа Русланову выписали из больницы. Она проходила плановый осмотр из-за проблем с сердцем. Лечение завершилось успешно, и она уехала домой. В конце августа появилась информация о том, что артистку срочно доставили в больницу. Говорилось, что у нее возникли проблемы с сердцем. Однако дочь Нины Ивановны, Олеся, тогда успокоила поклонников. Она заявила, что это была плановая госпитализация, и жизни актрисы ничего не угрожает. Впервые сердечный приступ произошел у актрисы в 2009 году. Тогда врачи поставили ей диагноз гипертонический криз. Народная артистка России Нина Русланова сыграла почти 150 ролей в фильмах «Зимняя вишня», «Тени исчезают в полдень», «Завтра была война», «Цыган» и многих других. Пожелаем же народной любимице скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!